Доцент кафедры журналистики и массовой коммуникации ЮРГУ Анна Красавина победила в номинации «Лучший сценарий фестиваля «Человечное кино». Ее сценарий к короткометражному фильму «Дыши» признали лучшим на конкурсе. На самом деле это международный фестиваль, он имеет международный статус, статус международного фестиваля, достаточно престижный фестиваль, и который к тому же проходит в Челябинске, поэтому, собственно, мы принимаем в других, конечно, участие в конкурсах, отправляем, но пройти мимо как бы Челябинского конкурса мы тоже не могли. Фильм «Дыши» – это социальная драма о 16-летней дочери директора школы, которая, пытаясь избавиться от гиперопеки властной матери, совершает ошибки, которые очень трудно исправить. Отметим, что в ближайшем времени у фильма начнется фестивальное турне.